Среди богатейших игроков сервера скрываются те, кто готов продать свой бизнес за реальные деньги. За уникальные бизнесы барыги просят огромные суммы. Сегодня я постараюсь выйти на одного из таких нелегальных продавцов и наказать его. Скачивай Аризону по ссылке в описании на телефон или компьютер и играй вместе со мной. И не забудь подписаться на канал, мы идем к 500 тысячам подписчиков. На запрещенном сайте в разделе сервера Casa Grande захожу во вкладку «Недвижимость». Здесь нас ждет всего лишь одно объявление. Все дело в том, что недвижимость за реальные деньги продают очень редко. И вот наконец-то здесь появилось такое объявление. Уникальный бизнес. Продавец Фарм Виртов. Цена целых 46 тысяч рублей. Продам уникальный АФК бизнес. Биз один на весь сервер. Финка 60-100 кака в день. Данным бизнесом пользуются все игроки сервера, поэтому финка никогда не просядет, а будет только расти. Больше инфы получите только после оплаты. На самом деле, хоть и описание этого объявления довольно-таки короткое, уже можно выделить довольно много полезной информации. Например, то, что это уникальный АФК бизнес, и то, что он всего один на весь сервер, уже много о чем говорит. На сервере на самом деле не так много уникальных бизнесов, еще и чтобы они были АФК. Например, даже вот этот вот тренажерный зал, или как это назвать, считается бизнесом. Вот, спортивная площадка, владелец Феликс Волкот какой-то. Такой бизнес всего один на весь сервер, и он, по сути, АФК. Ты его покупаешь, и тебе, по сути, ничего больше делать не нужно. Только лишь оплачивать на него налоги и все. Но если честно, я не думаю, что именно этот бизнес описывается в объявлении. Сомневаюсь, что спортивная площадка какая-то будет стоить 40 тысяч рублей. Учитывая, что финка здесь 146 тысяч за сегодня, это вообще копейки. На сайте Аризоны есть вот такая вот карта штата, где отмечены все бизнесы, дома и прочее. Бизнесов здесь просто огромное количество. Например, вот здесь отмечен бизнес «Центральный рынок», и это по сути тоже уникальный бизнес. Насколько я знаю, центральным рынком владеет, да, вот, Алекс Кавалли. Casa Grande — один из немногих серверов, где центральным рынком реально владеет какой-то игрок. Финка у этого бизнеса просто космическая. За сегодня только 85,5 миллионов, а еще не конец дня. Вот за вчера, за воскресенье, 154 ляма здесь. К сожалению, финку за всю неделю посмотреть нельзя, потому что сегодня понедельник и финка обновилась. Пока что, думаю, оставим центральный рынок в списке подозреваемых бизнесов. Хоть я и сомневаюсь, что такой игрок, как Алекс Кавалли, мог бы продавать бизнес за реальные деньги. Ведь это самый богатый игрок сервера, так у него еще и есть такой же богатый аккаунт еще и на другом сервере. Как-то все это было бы очень нелогично. Продавец, кстати, сейчас онлайн, поэтому предлагаю ему написать. Привет, а что за бизнес вообще? Добрый день, все написано в описании объявления. Больше инфы дать не могу. Почему не можете? А как я должен покупать, не знаю, что за бизнес? Ну, я ж не знаю, может ты админ, спалишь меня и бан. Другого ответа я, в принципе, и не ожидал увидеть, но все-таки был шанс того, что он какую-то инфу да и скинет. Продавец оказался не глупый. Пришло еще сообщение. Да я не вижу в тебе человека, готового купить этот бизнес. Я реально готов купить. Давно хотел себе прибыльный бизнес. Так что в игре не купишь? Зачем за реал берешь? В игре никто не продает. Вот за реал нашел твое объявление единственное. Очень надеюсь купить, но не понимаю, почему такая дорогая цена. Хочу вот понять, стоит ли этот бизнес таких денег. Я тебе так скажу, этот бизнес стоит даже больше. Просто мне срочно надо продать его. Но никто не берет уже 2 недели его. Я готов взять, но мне нужно больше инфы. Бизнес очень популярный. Это все, что могу сказать. Больше инфы не дам тебе. Продавец вообще ни в какую не хочет раскалываться и давать еще больше какой-то инфы о своем бизнесе. Ну, оно и понятно. Любой бы продавец так поступил и не стал бы палить свой бизнес раньше оплаты. Хотя вот то, что этот бизнес очень популярный, это неплохая зацепка. Все так же остается среди подозреваемых центральный рынок, потому что, ну, этот бизнес, очевидно, очень популярный. Но нужно как-то еще больше сузить круг. Для этого я просто сейчас отключу ненужные нам метки на карте. Например, вот амуниция и тир — это точно не уникальные бизнесы. Бары тоже, их очень много. Какие-то предприятия, не знаю что это, но оставим. Кстати, бизнес автотест-драйв и букмекерская компания. Я совсем забыл про эти бизы, они ведь тоже уникальные. И бизнес конные ставки, по-моему, тоже. Бизнес стрип-клуб даже есть, и он тоже уникальный, он всего один. Но сомневаюсь, что он будет стоить 40 тысяч, конечно, ну ладно. И бизнес Эликсир Мастер, он тоже один. В итоге получается примерно вот такая вот картина. Здесь, наверное, всего около 10-15 бизнесов. И, судя по всему, придется проверять каждый из них. Здесь есть какие-то два биза, предприятия и телефонные коммуникации. Что это вообще за бизнесы? Так, по-моему, вот эти два бизнеса. Да, вот, телефонные коммуникации и какое-то предприятие еще. Что это вообще такое? В этот бизнес невозможно войти? Не знаю, что это за бизнес, но финка здесь 78 тысяч. Нет, это точно не оно.
Да это 100% не очень популярный бизнес, как он говорил. Я вообще впервые вижу этот биз. Телефонные коммуникации, походу, тоже. Да, тут финка 106 тысяч, нет, это точно не оно. В Лос-Сантосе остается еще центральный рынок и концертный зал. Бизнес, не сказать, что тоже прям сильно популярный. И финка у него тоже 78 тысяч, нет, это 100% не он. Как вариант, это может быть ферма или та же шахта. Шахта ведь это тоже уникальный бизнес, единственный в своем роде. И про эти бизнесы спокойно можно сказать, что они очень популярные. Ведь здесь каждый день кто-то добывает ресурсы. Финка у фермы 2 миллиона 375 тысяч. Сложно что-то говорить, потому что сегодня понедельник и день как бы еще не закончился. Поэтому финка еще не полная за сегодня. Хотя в объявлении указано, что финка 60-100 кака в день. И что-то я сомневаюсь, что на ферме за сегодня наберется даже хотя бы 20 миллионов. Не знаю, если честно, я бы подобный бизнес, такой как шахта, например, не купил бы за 40 тысяч рублей. Вот, ребят, если бы можно было покупать бизнесы за реальные деньги, вы бы купили шахту за 40 тысяч? Напишите в комментариях. Точно, есть же еще бизнес, аукцион контейнеров, и, блин, тут тоже владелец Алекс Кавалли, тот же, что и у центрального рынка. Если окажется, что Алекс Кавалли продает какой-то из своих бизов, я не знаю, ребят, я просто буду в шоке. В Сан-Фьеро еще остается автобазар, кинотеатр, риэлторское агентство какое-то в СФ, я что-то такого не видел, и получается букмекерская компания. А, ну еще тест-драйв, точно. По сути, все эти бизнесы в Сан-Фьеро вроде как на первый взгляд подходят. Финка тест-драйва 2 миллиона 292 тысячи. Да, тоже сомневаюсь, что здесь накопится хотя бы 50 миллионов, а там написано финка 60-100 кака. Походу тест-драйв все-таки не подходит. По сути, такой бизнес, как автобазар, очень хорошо подходит под описание. Ведь этот бизнес реально очень популярный, как он и говорил. Правда, в объявлении у него еще было написано, что финка не будет падать, а будет только расти. Как это понимать, я, если честно, не знаю. И финка этого бизнеса за сегодня уже 40 миллионов. Кстати, вот это вот уже реально подходит. Как будто бы к концу дня, возможно, здесь и будет 60 лямов, спокойно. Сейчас всего 16:37, и я думаю, да, к концу дня реально здесь может быть 60 лямов. Кстати, владелец сейчас в сети. Это какой-то барон Дубаи, и он просто стоит афкашит. Как вариант, немножко подходит еще букмекерская компания, потому что финка за сегодня здесь 18 миллионов 300 тысяч, и, возможно, к вечеру здесь и будет миллионов 60, ну или хотя бы 50. Владелец бизнеса не в сети, к сожалению. Ну и да, этот бизнес я, пожалуй, тоже запишу в список подозреваемых. Бизнес Эликсир Мастер также один на весь сервер и владелец в сети. Владелец, походу, просто стоит АФК. И, возможно, он, кстати, стоит в своем особняке Мейсон Тауэр. Судя по интерьеру, это именно он. Думаю, финка в этом бизнесе должна быть большой. 654 тысячи? Нет, это точно не то, что я думал здесь увижу. Но, походу, этот бизнес вычеркиваем. Потому что с такой финкой, ну, он не может стоить 40 тысяч рублей. Блин, ребят, я, кстати, совсем забыл про центр обмена имуществом. Это же топовый бизнес, он всего один на сервере, и он очень сильно пользуется популярностью, это точно. Кстати, владелец Карл Джонсон, и он сейчас в сети. И он стоит вместе со своим охранником в трейлере в АФК тоже, блин. Все просто стоят АФК, фармят, качают свой аккаунт. Так, а что по финке у этого бизнеса? Ну, тут по-любому должна быть большая финка. 44 миллиона... А, нет, погоди, стоп. 4 миллиона 400 тысяч здесь всего финка. Ну, слушайте, я думал, здесь будет финка побольше, как-то мало. Получается, что этот бизнес тоже не подходит, что ли? Ну, блин, удивительно. Я думал, здесь реально будет большая финка. Остается последний бизнес, который я еще не проверил. И, как вы поняли, да, это тюнинг-салон. Владелец снова Леонардо Рокки. Финка здесь должна быть большой. 22, почти 23 миллиона за понедельник. И да, вполне возможно, что к концу дня она реально дойдет до 60 миллионов, а может быть и до 100. Выходит, что под описание подходит всего 3 бизнеса. Букмекерская контора, тюнинг-салон и автобазар. Букмекеркой и тюнинг-салоном владеет один игрок, Леонардо Рокки. А автобазаром владеет другой игрок, барон Дубаи. Ну что, ты заинтересован? Даже не знаю, что ему ответить. Мне нужна еще какая-то инфа. Иначе я просто не знаю, как его вычислить вообще. Да, заинтересован, но мне все равно стрёмно покупать. Сделаю вид, что я очень сильно переживаю. Все-таки 40 тысяч не маленькая сумма. Сможешь скинуть хотя бы часть финки? Ну блин, мало ли вдруг скинет. Да какой финки? Ты че? Я скину финку тебе, и меня забанят сразу. По финке вычислить, как два пальца обоссать. Не знаю, что он имел в виду, зачем два пальца нужно обоссать. Ну, так-то он вообще прав, да. По финке реально легко можно вычислить. Я этого, блин, и добиваюсь. Короче, на финку, так уж и быть. И он скинул мне вот такой вот скриншот финки, ребят, наконец-то. Я ему долго не отвечал, и походу он решил мне скинуть все-таки финку. Не знаю, блин. За понедельник у него 21 миллион 480 тысяч. И больше на скриншоте ничего такого
такого я не вижу. Он его так обрезал, что просто ничего спалить не получается, но финку он уже спалил. С финкой тюнинг салона это не особо совпадает, тут 23 миллиона 52 тысячи. Да и за воскресенье здесь тоже висит финка, а на скрине 21 миллион. А, и здесь вообще нет воскресенья, кстати. И это очень плохо, потому что воскресенье он не заскринил. Значит, будем ориентироваться только на финку за понедельник. Вполне возможно, что этот скрин он сделал раньше, когда здесь была финка 21 миллион, а сейчас здесь финка 23 ляма. Так что тюнинг-салон пока что остается в списке подозреваемых. Да и блин, букмекерская контора тоже подходит. Здесь финка 22 миллиона 400 тысяч, а там на скрине 21 миллион. Тоже возможно то, что он сделал скрин финки немного раньше. Остается автобазар. И здесь финка вообще 45 лямов, вообще не подходит. Конечно, тоже можно сказать, что он просто сделал финку раньше и скинул ее только сейчас. Но проблема в том, что так можно сказать про все три бизнеса. Кстати, владелец автобазара уже вышел из игры. У него 101 уровень, вижу на руках почти 2 миллиарда, в банке тоже, и еще на одном счету 2 миллиарда лежит. Три каких-то дома подряд, кстати, идут. И бизнес этот автобазар. И, кстати, в офлайн статистике еще пишется последняя авторизация. Заходил он в 15:30 сегодня. Погоди, получается, я могу и чекнуть, когда заходил владелец тех двух бизнесов. У владельца букмекерской конторы и тюнинг-салона, помимо этих двух бизнесов, есть еще разные бизы. Всего один дом у него. Ну, про деньги я вообще молчу, здесь просто миллиарды на каждом счету. И самое главное, что в последний раз он заходил в игру в 14:48 13.09, то есть 3 дня назад. Сейчас 16 сентября. Получается, что Леонардо Рокки никак не мог сделать вот этот скрин. Ведь по этому скрину видно, что делался он в понедельник, то есть сегодня. Потому что финки за другие дни просто нет. Выходит только один подозреваемый, это владелец автобазара Барон Дубай. Хоть и в данную минуту его финка не совпадает с той, что на скрине, потому что здесь мы видим 45 миллионов, а на скрине всего 21. Вполне возможно, он сделал ее просто на пару часов раньше. И специально скинул мне немного старый скрин, чтобы я не смог по финке определить бизнес. Но походу у меня все равно это получилось. Барон Дубай со своим бизнесом автобазаром просто был последним подозреваемым. Осталось дождаться, пока он зайдет в игру, потому что сейчас он в офлайне. Попробую написать ему на сайте, возможно, получится как-то заставить его зайти в игру. Как раз он мне написал. Бля, ты брать-то будешь? Я что, зря финку кидал? Это для меня огромные риски, понимаешь? Я все понимаю. Ты сейчас в игре? Это что? Какая вообще разница, в игре я или нет, если ты еще не оплатил, бля? Просто я уже точно буду брать бизнес. Хотел сказать, чтобы ты не забыл снять финку. Я сниму финку, ты не переживай. Если берешь, оплачивай. Блин, вообще не получается заставить его зайти в игру. Хорошо, сейчас оплачу. Нужно только карту пополнить. Ребят, а он-то ведь меня послушал и зашел в игру. Если это, конечно, он. Ну, владелец автосалона, вот, появился в сети. 603 ID. Да, вот, он, походу, только зашел в игру. Ну, стоит в том же месте, где и был. Кстати, судя по всему, он играет с телефона. Как раз скриншот финки тоже сделан с телефона. Он вышел на улицу. Это его дом? Нифига. И это его машина? Ребят, если что, это крутейший особняк на Вайнвуде. Сейчас за ним немного проследим и думаю, уже точно будет понятно, он это на сайте нам пишет или все-таки нет. Оказывается, у него на аккаунте еще 904 тысячи евро и 58 тысяч биткоинов. Офигеть. Походу, он едет на автобазар. Да, ребят, вышел из машины. Короче, да, походу, это реально он продает свой бизнес автобазар. Базар за реальные деньги. Блин, за 40 тысяч рублей. Да, ребят, у него прибавились деньги на руках. 1 994 554 000. А сколько было вообще? Погоди, он отошел в АФК. И как раз мне пришло сообщение на сайте. Ну, все, это точно он. Ты будешь оплачивать? Я уже подготовил биз к продаже. Какой биз? Автобазар, что ли? Нет, какой автобазар? Ну как какой? Возле которого ты сейчас стоишь. Ты как это делаешь, сука? Ты админ? Так, я что-то не понял, а куда это он уже едет? Телепортируем его к себе. Опа, добрый день. Приветствую вас. Добрый день. Так, машину, пожалуй, заспавним. Куда машину? За что меня ТП вообще? Вот неужели он еще не догадался, что это я только что писал ему на сайте? Ну, угадаешь за что? Походу угадаю. Я только не пойму одно. Что? Я же финку с утра заскринил. Ты по финке не мог вычислить. Ну, как-то получилось. Да пи***. Первый раз продаю за реал и сразу спалился. Могу предложить тебе сделку. Ты мне отдашь автобазар, а я тебя не забаню с обнулением. Да, го, лучше, чем с обнулением. Блин, я, кстати, думал, он не согласится на такую сделку. Барон Дубай предлагает вам купить у него бизнес за 30 тысяч. Конечно же, соглашаемся. Все, ребят, автобазар перешел в мое владение. ГГ. А барона баню на 30 дней за махинации.